Марк Захарович, а вам не здається, що нових союзників і Росія тут починає підшукувати? Ми це яскраво бачимо останній тиждень. Ці візити Лукашенка, ну це настільки яскраво, що просто бачите, два тижні тому там Китай, Іран, потім щось там Путіну. І це небезпечна коаліція, як для нас. І для України, я маю на увазі. А от що стосується Ірана і там каких-то інших, це взагалі не принципіально, взагалі ніякої ролі не грає. На самом деле, поїздки Лукашенко туди більш пропагандистські, не такі ритуальні. Я не вижу за цим ніякого серйозного. Да, Путін не може їздити, він не літає на самоліті, боїться там. Ну, в Улан-Удэ поїхав, ви бачили, там заварили, по-моєму, люки, там робочих загнали куди-то за плінтус і так далі. Ну, це звичайна, кстати, практика, но просто зараз вдруг на... з удивлением обнаружили. Говорю, вы знаете, нас тут всех закрыли, тут снайперы и так далее. А раньше что было по-другому, что ли? Ну, просто война обострила, война усугубила это все. Ну вот, а Лукашенко летает вместо него, но никаких поручений он не получает. Я не думаю, что здесь за этим серьезно взять. А вот визит Китая в Москву, ожидаемый Си Цзиньпина 21-го, это посерьезнее, но мы так и не знаем цели, понимаете? А зачем, если ты едешь поддержать союзника и заключить какие-то союзные соглашения, а зачем тебе тогда разговаривать с Зеленским? Логично. Ну, ты же ему хочешь оружием, по-моему, чем-то еще-то, спасти Москву, путинскую власть и так далее, его режим. А зачем тебе тогда Зеленский? Зачем тебе после переговоров с Путиным разговаривать с Зеленским? Логично? Значит, ты какую-то иную миссию, иную цель преследуешь. Значит, ты хочешь выступить неким миротворцем, посредником, который, да, может быть, и пытается спасти московский режим, но все-таки он хочет закончить войну. И это такая миссия совершенно до конца еще непонятная, потому что они разные сигналы, разнонаправленные Пекин посылает. Они же не подтверждают, кстати, официальный визит. Сегодня 14-е, скоро 21-е. Но повторяю, что Пекин будет гораздо осторожнее. Нет. Ну, добре, не 21-го, там буде в квітні візит. Це взагалі мало що змінює. Якщо візит найближчим часом відбудеться, то буде дуже показово. В умовах тотальних санкцій в Москву прилетить Сі. І... Ну, Байден прилетает в Киев, Си прилетает в Москву, понимаете? Си прилетает в Москву. И в этом есть, конечно, такая понятная политическая и идеологическая закономерность. То есть, кто у кого союзник, понятно. Но понимаете как? Пекину недостаточно Москвы просто как союзника, даже как вассала. Недостаточно, понимаете? Для того, чтобы повысить свой сверхдержавный статус, геополитический статус, он должен подняться еще выше. Подпрыгнуть еще выше. А какие проблемы? Мы с Зеленским, мы, да, Москва, все, у нас цели свои китайские по отношению к России, да, пустой, в общем, нуждающийся в инвестициях, там, работниках и всем остальном стране. Но и по отношению к Киеву мы не испытываем никакой враждебности. Это будет продекларировано, причем не раз, если он все-таки явится в Москву, Си Цзиньпин прилетит с официальным визитом. Причем это никак не отменяет, что если уже они захотят оружие давать, хотя я в это не очень верю, но если даже такое произойдет, это будет выглядеть как некое обязательство, которое не исполняет, но это не отменяет поддержки территориальной целостности и международно признанных границ Украины. Вот поразительная китайская политика, она такая, потому что они... Вот судите сами, Ван И приезжает на Мюнхенскую конференцию, значит, разговаривает с Блинкиным, Блинкин выходит и говорит, слушайте, они там даже оружие могут поставить. Но он же тоже не из потолка это взял. Все эти разговоры пишутся там специальными средствами, там, и так далее, все фиксируется, там, протоколы ведутся и так далее. Даже если это какое-то такое на ногах, как раньше говорили, или там на полях, или где-то еще там общение происходило. Потом он с Боррелем разговаривает, Ван И повторяет то же самое. А он, между прочим, бывший министр иностранных дел Китая и сейчас в ЦК КПК отвечает за международную политику. То есть он не последнее лицо в партийной иерархии. Наверное, имеет план. Потом он оттуда едет в Москву и встречается с Путиным. И Путин, заметьте, сидит с ним за коротким столом. То есть не вот этот длинный, да? А от китайца заразиться не грех, получается, да, по этой логике. Но это же тоже демонстрация определенная. Вот. А вот они такие сигналы посылают. Все воспринимают это как эскалацию. Ситуация это было прямо накануне выдвинутого плана, спустя год Китаем о мирном урегулировании. И вдруг вот такие новые инициативы относительно того, что, значит, Китай собирается реализовать как-то этот мирные принципы, которые он провозгласил, сколько их, не помню, 12. Но первый пункт – это признание сторонами международного права. Зачем все остальные, если действительно, как сказал справедливо Салливан, если есть международное право, тогда вообще проблем никаких нет. Все признают международно признанные границы, территориальную целостность, суверенитет и так далее. Ну и все, в общем-то. Дальше уже какие хотите переводить переговоры. Я все-таки думаю, что позиция Китая более сложная.
она не такая линейная, вот, потому что, ну, Соединенные Штаты действительно союзник Украины, вряд ли они могут быть посредником, они могут только быть главной стороной в качестве союзника Украины. А Китай, в общем, преследует свои интересы, а не интересы Москвы. Тут очевидно, что здесь будет более сложная игра.